Гвардии подполковнику Ивану Поздееву из Усть-Цельмы присвоено звание Героя России посмертно. Награду вручили семье десантника, погибшего во время спецоперации на Украине. Церемония состоялась сегодня в городе Пскове, где был захоронен военнослужащий. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти жизни сотен и тысяч людей. Его подвиг бессмертен, его имя будет вписано золотыми буквами в историю нашей страны и Республики Коми. Низкий поклон родителям Владимиру Ивановичу и Галине Николаевне за то, что вырастили и воспитали такого сына, отметил глава Республики Коми Владимир Уйба. Полк Ивана Владимировича оборонял район на юго-западе от населенного пункта Белогорка Херсонской области. 28 июля противник пытался прорвать оборону и выбить подразделение десантников с их позиций. Иван Владимирович грамотно организовал оборону, ввел в бой резерв полка и лично его возглавил. Благодаря мужественным, героическим и профессиональным действиям командира были уничтожены танк, два БТРа и около 25 неонацистов. Рубеж был удержан, но сам командир получил смертельное ранение от предательского выстрела вражеского снайпера. Это второй наш земляк, который за героизм и мужество, проявленные при выполнении воинского долга во время спецоперации на Украине, удостоен высшего звания. Ранее звезду героя получил гвардии капитан Владимир Николаевич Носов, тоже, к сожалению, посмертно. Имена наших ребят навсегда вписаны золотыми буквами в историю Республики Коми и России. Они мужественно, героически сражались, выполнили поставленные перед ними задачи и при этом сохранили жизни своих подчиненных ценой собственных жизней. Вечная слава и вечная память нашим героям!